Это мопой из Дикого Запада. Моя душа будет моей. Не. Давай так. До всегда, Айсман, пожалуйста. Ну, давай. Замедлим противника немножечко. По темпу. Если... Давай, 2-3. Ну, ладно, я достану собаку, черт с тобой. Может быть, плюс один будет к защите. Нет, не надо было. В принципе, я даже не, ну, как бы не расстроен то, что он может это убить выстрелом, потому что... Потому что Динса манами никуда. И это хорошо. Хорошо. Слава Синдарай. Не знаю, не уверен. Да, пожалуй, я достану его. Просто по мане. На следующий ход я могу ему ударить с помощью Power Ironing и забрать его с помощью Брюмастера. Value? Пора пустить кровь. Фростболт? Фростболт. Не получился мой блестящий план. Но ничего страшного. Давай две передохнем. Двойки достану. Так. Наверное, его и захочу его тогда, когда я смогу достать четверку. Ну, наверное. Кто-то сказал бомба! Серьезно. Ура! Вообще отлично. Благодарю. Я принимаю вызов. Нет, он слишком хорош. Я принимаю вызов. Слишком хорош. Интернал сейчас здесь. Чтоб я от него отказывался. Могу Сенс Димонс, да, на следующий ход сделать, и будет у меня гангбосс выходить. Все тоже хорошо. Более чем. Положи это яблоко, да, Милева. Ну, промахнись, не попади в 3-1. Не надо, не попадай. Молодец. Молодец. Сейчас ответим на этот вопрос. Не, давай просто гангбосс сейчас. Ну да, давай, ладно. Раньше была всегда лучше 3-2 двойка. Потому что она как бы и в лейте лучше играет, и там в начале больше угрозы создает. Вот. Сейчас же так много 2-3, сейчас очень крутой есть Шелот мини-бот. И вообще 2-3 повысили в цене. Поэтому... Поэтому они примерно одинаковы. Что 3-2, что 2-3. Ну, может быть, чуть-чуть, да, все же предпочтение отдается именно 3-2. Но небольшое. Так. Тебя. Меня породило. Я говорю тебя, он говорит меня. Свет защищает. Мы понимаем друг друга с демонами. С моими демонами я чувствую себя хорошо. Power Overwhelming. Не вот эта штука.
могу просто вот этим всем удариться и сделать. Ну, кстати, неплохо. Да, по RRWMIC я оставлю. Вот эту штуку сделаю. И тап еще сделаю. Я буду сражаться. Давай, скормим его хозяину. Больше сенсов. Так, 3-1 на 3-2 поменялось. Ну, вернее, я все это зачищу. Достану пятерку. И тройку. Пять. Ну, флеймстрайк, да, будет не очень хорошо, но хрен с ним. Так, с другой стороны, если у меня нету флеймстрайк, то он стрял. Давай. За хозяина! Тот ход, когда мне хочется все же... давление на него сделать. Ну, если три псаря, то крокодилиск, да, будет поинтереснее, а лучше вообще черепаха. Черепаха с псарем крутейшая комбо. Насколько слаб 2-7 и насколько невероятно силен 12. Какой 12? Чем я? Это я о другом. Насколько силен 9? 9 сколько-то там. 9. Какой 9? 4-9. Да. Это называется... Сижу, думаю, что я делать сейчас буду. Ну, сейчас я делать буду Power Running на него и Сайленс на него. Ну, хотя нет, какая разница, он все равно... Много возможностей. Копытится. Можно на него сделать Overwhelming и Silence. Почему на него? Потому что... Ну, плюс КП будет. Не, не будет ничего. Да, Overwhelming ровно нивелируется. Давай тап. О. Окей. Ну, ладно, я все равно буду делать так. Ну давай, самый крутой флеймстрайк на свете. Делай. Ну да, у меня все равно останется 3-6. 3-2, вернее, я нагой исцелю. На этой надежда. Благодарю. Что же делать? Я этим займусь. Не, это не страшно. Пора пустить запчасть, что ли? Кровь. Нет. Пора... Окей. За хозяина! Самая лучшая нага на свете. Да я лучше ему ударю. Ну не ударит, не ударю. У нас много секретов. Моя магия сокрушит тебя. Что ты расстроился, маг? Что ж ты, Маккой? Эта партия за тобой. Эх.
буду сражаться с честью. Твоя душа будет. Привет, пан Хантер. Спасибо. Так, здесь стоит подумать. Не, наверное, ну его к черту, этого призывателя бездны. Хотя, конечно, ты такая неплохая рука. Потому что на третий ход Инг-Ганг босс, на четвертый ход призыватель, который точно что-то достанет. Но, наверное, я отказываюсь. Я не знаю. Не, давай. Давай оставим. Окей. Какая встреча? Бывает. Приветствую тебя. Такая вся карта. Ну, хотя можно ее после вот этого парня достать, и может быть инфернал я смогу достать. Это здорово. Жду приказаний. Я просто читер, Санлас. Ты можешь успокаивать себя этим. Красиво. Второй Сильвер. Ладно. К сожалению, он умрет, но ладно, он достанет. Хороший, хороший у меня темп. Будем пятерочку сразу достану. Отлично. Давай. Показывай там, что у тебя из четверки есть. Покажи, покажи. Давай. Давай. Что? Не надо сенсора. Не вздумай. Это так себе. Даже не будешь? Это интересно. Я могу сделать сенсором. Разменять. Достать им гангбосса. Ну, соответственно, вылетит. Могу сделать вот эту штуку. Не, давай сенсор. Так много возможностей. Твоя магия тебя не спасет. Бездна ждет. Не скажу, что я в восторге от этого хода. Ну ладно. Животик. Ну чё, животик? Животик вот это получает. Прям сразу. Сходу. Потом вот это. Привет, Альхантра. Ну ладно. И все это заканчивается то, что у меня еще и плюс 1-1. Гадость какая-то. Да это мне не нравится. Что делать? Панкрипер, нет, не нравится. Че, убивать его? Ну давай, попробуем. Ой. Черт с тобой, давай. Ну ладно. Хорошо. Да, неприятно. Это просто везло на прошлой неделе. Где-нибудь 73 это нормальный метод. Не секрет. Ну, хрен с тобой. Я готов учиться. Что ты сейчас делаешь? Мы должны очистить солнечный колодец. Ну, странно, что ты ее бафаешь, потому что я же ее в любом случае убью. Итак, значит. Я могу сделать 5-3, либо 5-1 тап. Наверное, 5-3 будет интересней. Хотя 5-1 тап. А, нет, давай я. Вот эту штуку делаю.
Не. Не, ну да, тут мне Инфернал только мог прийти. А чем мне Инфернал? Мне Инфернал тоже не сильно. За хозяина! Я могу 3-1-1 сделать. За хозяина! Ну, вроде только что отдал Consecration, хотя есть мысль, что у него две, ну, два Consecration. Ну ладно, давай, если у него есть действительно два, то он и сейчас их делает. Вот так ударит, так ударит. Зачистить стол это для него, я думаю, сейчас очень здорово. Я на страже. Окей. Значит, нету. Вот это плохо. Это плохо, я с этим не знаю, что пока буду делать. Зомби. Кого мне убить? Ну, давай по максимуму. 3. Солнце. Свет защищает. Ну, Consecration будет очень плохо. Но мы видим, что это не он. Хорошо. Хорошо. Ладно. Идет запуск. Порталы открыты. Тревога. Поднять щиты. Жду приказаний. Неплохо, неплохо. Инфернал? Оверэрвенг. Да, это тоже солидная штука. То есть я могу сделать пейрорунинг сюда, убить его и засанатить его, и это хорошо. Так. Угу, фан-крипер сделать. Убить, разбить диванчик. Согласен. Да. Он тебя не спасет. Я буду сражаться. Не, надо разбить. Я буду сражаться. Не хочу Blessing of Kings увидеть. За орден! У меня есть Blood Knight. Я его сейчас буду активно искать. Что приказать? Стоит Humility? Не стал бить даже. Окей. Вот орденом. Ну, жалко, конечно, если он достанет другой меч, но пока у него нету, я лучше достану. Итак, убрать. Смерть, маг. Убираю так, потому что... Так он мне не может его убить. Пока еще. Сова. Ну ладно. Ладно, сова. Нет, я могу так убить, так убить. А может мне придет инфернал? Диванчилд, это ерунда. Давай, инфернал. 10 карт, 14 карт. Собака. Собака мне не нужна. Инфернал. Огрбрут. Тут тоже как-то так себе. Ну давай тогда так сделаем. Запчасть у нас какая-то будет полезная. Заморозка. Ну да, заморозка вполне хороша. Сейчас.
приказаний. Все, больше у тебя ничего нету? Ничего нету. Все. Все, ничего нет. Отлично. За Nord School. Так, я последний раз, наверное, там делаю. Наконец-то! Наконец. Слава Синдарай! Ну, давай. Хочется все зачистить и... Отлично. Теперь ему будет тяжело. Инконсекрейшн. Ну, ладно. Неплохо, но не прям уж, чтобы уж прям мега. Этим я буду убивать ему 1-1. Тоже неплохо. Да, больше я табаться не буду. Окей. Да, я, пожалуй, даже ее сначала достану. 5 карт. За нас сжата. Неплохо себе. Победа за достойно. Ну, шаманам должно быть не очень трудно, если мне придут мои единицы в войке. Моя душа будет моей. Ну, то есть у меня реально такая колода очень быстрая. Ну, не прям уж очень, но чтобы шамана заткнуть поначалу, сойдет. Во. Во-во-во-во-во-во-во. Комбо-вомбо сразу. Еще и третий ход есть. Все замечательно все. Свет защищает меня. Не вздумай делать сверчок. Не вздумай. Мне жаль. Слава Синдарай! Теперь только с тобой не было Хекса. Только не вздумай хекс сделать. Чёрт! 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 Ну ладно. Не сработало. Вот все. Ну, ладно. Не, рычок был, хекс был, он что угодно мог сделать, поэтому... Поэтому ладно. Ну, ладно. Хорошо. Вот, так что на все это я отвечу. Ну, ладно. Ну, ладно. Хорошо. Прям вот именно вот с таким же вот акцентом. Харри, ну, жизнь боль. Что тут сказать? Солпайр сюда? Да что-то как-то не очень хочется, Кракл. Блин, ну Кракл у нее заходит прям как надо. Что-то какая-то не дела. Не дела, не дела. Давай, наверное, просто вот тебя достану. Я оскорблю тебя.
Sunfire пока нет, не стоит. Хорошо очень отбивается этот шаман. Не поспоришь. Вроде у меня так хорошо зашло, и у него... Еще один хекс. Еще один хекс. На нее хекс мне дико жалко. Ну ладно, черт с тобой, давай. Инфернал. Раз, два, три. Не. Надеюсь, не инфернала. Не надо инфернала. Да, вот это самая лучшая цель. Самая-самая лучшая. К сожалению, мне сейчас фаерлем покажет. Ну, у меня точно есть фаерлем. Конечно. По-другому вообще никак. Окей. Что делать? Ну, наверное, придется размениваться, но, конечно, это все очень не нравится мне происходящее. Почему инфернал не сыграл? Потому что я хотел этот зачистить его стол. Ну и не просто одного инфернала. Мне все время нужно против шамана пару существ. Одно существо это плохо. Вот я сейчас инфернал могу сыграть, но мне не нравится, потому что всего одно существо будет. Может быть, мне поискать Power Overwhelming, либо Бомб Лоббера. Было бы вообще идеально, конечно, найти эти две карты, но 2 из 19 это мало. Ну, хрен с тобой. Давай. Придется играть инфернала. Вот мне это совсем не нравится. Потому что я боялся потерять инфернала. Мне он более ценен, чем нага. Как мне казалось. Так, окей. Что на демона? Ну понятно, что он сюда пойдет. И если бы я потерял ногу, я бы мог там брюмастером бы что-то поделать, потабаться. Так что это тоже такое. Блин, ну не надо еще одного фаерлема. Кода, кода, отлично. Кода внимания. Ну вот это неплохо. Ну, правда, единственное, вот это я могу убить, что плюс. Ну, правда, может быть, и не будет его доставать. Нет, будет. Да, потому что в другом случае я убью кода. Я не откажусь убить двумя существами кода. Ползун. Ну, давай. Я даже так ударю. Почему? Потому что я боюсь, что у него есть... что ему придет хилинг тотема тогда... Тогда он его отличит. Скорее всего, он будет обоими биться. Или не будет биться. Плохо. Плохо, ужасно. Конечно же, разменяет. Но это хоть это не очень страшно, вроде бы. Ну, немножечко он, конечно, ошибся с местом расположения. Touch Belcher. Не, может, его убить и... этого убить, то что оттуда появится гангбосс. Ну ладно, нифига не ладно. А, мне нужно, конечно, доставать походу вот его. Да, потому что в противном случае конечно, я сильно расстроюсь, если там будет стоп-дека. Что-то, что нанесет 2 урона. Какой-нибудь вепен, но... Что поделать. Ну, это не там тотем. Моя главная задача убить Флэнктон тотем. Все пас, отлично. Ну, с таким-то топ-деком я бы, конечно, лучше его разыграл. Но тоже знал, что выйдет он.
Собаку доставать не буду. Кстати, опять неправильно расположил, этого надо было сюда ставить. Ну, хрен. Да, это вообще-то очень серьезная ошибка. Ну, ладно, в любом случае он умирает. Зачистить все. Так. Скрытый убийца, нет, спасибо. Я по-любому хочу ему добавить к атаке. А вот этому не обязательно. Вера. Вот так ставлю. Он, да, отлично. Щит. Ну, я, наверное, вот так даже ударю сначала. Да, тут, конечно, он расстроен, мне кажется. О, еще дровить карт. 7 карт. Не, мне не нужна. Не надо. Победа! Говорят, у вас возникла проблема. И на следующий ход у меня 10-19 урона. 19 урона, окей. Что же делать? Повелитель огня зовет. Еще по картам. 6 карт осталось. Ну, может быть, мне стоит, конечно, 2 отдать. Может. Ну да, давай. Интересно. И да, я это даже заберу. Примкни к нам или умри. Можно одновременно. Проблема решена. Твоя магия тебя не спасет. Да, одного можно. Твоя магия тебя не спасет. Только не дозвинк. Ну хотя может какой-нибудь, я не знаю, грозу плюс что-то еще. Можешь зачистить вообще весь стол. Это не страшно. Только гроза. Ну, как мы видим, у нее тоже такая очень серьезная колода. Победа за тобой. Действительно была интересная и хорошая игра, и да, с таким бешеным стартом у меня он нашел абсолютно все ответы. Это было здорово. Мне победу. Окей, 1-2. Душа будет от этого откажемся. Найдем 4-4. Давай, Огр Брут, приди ко мне. Интуиция. Понимаете, я вот момент, когда я не говорил, не найдем троечку какую-нибудь там или еще что-нибудь. Я вот четко сказал, Огр Брут.
это интуиция. Ну, пришел. Это действительно так необходимо. Цель отмечена крестом. Кем? Я даже Сайленс сюда, наверное, повешу. Ничего ты не понимаешь. О, нет, извините. Я передумал. У меня есть другая цель для Сайленса. Твоя магия тебя не спасет. Ну, посмотрим. Да, я, кстати, даже хочу убить его. Ну, промахнулся, значит, промахнулся. Иди сюда и сражайся, трус! Окей. Okay. Ну, я могу его засалить. Оно мне надо, вопрос-то. Вообще, да, наверное. Почему нет? Твоя магия тебя не спасет. Что? Свет защищает меня. Не, ну такая цель, конечно, для Сайленса была, но зато я вроде как держу практически пустынный остров. Проклятые готовы сражаться. Эд, вообще можешь миллионную раз его забафить, мне так наплевать. Не представляю. Давай. Смерть. Нет, тут, конечно, очень хорошо его достать, но лучше я его потом достану. Смерть магом. Да, давай я лучше вот этого парня. Летал я там не пропустил, кстати. Ну, не пропустил, еще два бы оставалось. Еще тоже не факт, что Огр попал. Поэтому... Пандария, это ерунда. Это, ну, прям вообще не страшно. 9. Ты сильнее меня. Ясно. Дарует мне победу. Моя душа будет моей. Нет, спасибо. Наверное, им ганг-босс будет. Сначала. Ну, жалко, конечно, будет. Очень-очень жалко, если он пейн достанет. Ого. Это многое меняет. Хорошо, давай. Свет защищает меня. Немногие игроки держат... Никто не оставляет в руках Дес из престов. Ну, конечно, может быть, но... Давай, за Орден! За Орден! Но! Это не интуиция, это я мечтаю.
Просто, ну, ему как бы не хочется вот так размениваться. Нет. Нет, хочется. Ничего себе. Ничего себе, ничего себе. Ладно. Сансер, окей. Я лучше Сансер кину. Немного неожиданно, да, конечно, было. А, ну, другой момент, я могу и, в принципе, призывателя бездны достать, но он не убьет его, и что, будет лечить, наверное. Да, он же захочет его полечить, захочет его полечить. Так вот, то есть это минус 2 маны, а, у меня останется какая-то двойка. Да, я лучше так сделаю. Вроде как бы я теряю вэлью. Но с другой стороны, я очень сильно его торможу. Я не то что, да, я хотел оставить 6-6 с вот этого парня, хотел сделать, но я был уверен, что он не станет размениваться, потому что это глупость же какая-то, да, и, ну, Мурлоков мне. Ну, не уверен, что же оказалось. Ладно. Вот это плохо, но ладно. Что поделать. Еще, давай, забавься. Блин, вот это вообще гадость. Прям вот гадость гадостная. Ну, черт с тобой. Твоя магия тебя не спасет. Давай. Неожиданно было, что он Велин что-то сделал. Да, Зин, конечно, прям... Чем я отковал, не знаю. Ну, дал ему возможность что-то потрогать. Моя работа крайне важна. Знаю, 3-5 будет? Нет, не 3-5. Ну, не 3-5 уже нормально. Окей. Слэш Белчер вперед. Вроде бы как бы... И все неплохо с его стороны, но... Ну и с моей не так плохо. Проблема лишь в том, что, скорее всего, у него есть хороший лейт, потому что стартовые карты у него весьма слабые. А что я буду делать с хорошим лейтом, я не уверен. Так, я могу достать собаку. Убить. Mortal Coil. У меня останется 3, достать тебя. Согласен. Да, он бы мог бы, но это бы заставило бы он, ну, я бы его заставил меня бить. Это же тоже такое. Что же я делаю? Mind Control Tag будет очень печален. Но... Не особо вокруг нее не поиграешь. Фулинова. Вера. О! Вот это очень хорошо. Это прям вообще во. Привет. Так. Это я делаю 100%. Ну ладно, давай. Раздоблю! Я не хочу его поставить под БГХ. Давай передохнем. Ну и как бы и просто заменю 3-2 на 2-2, и собаку всегда смогу еще раз сделать. Ну, можно было тап, конечно, сделать, ну ладно. Давай так. Shadow Madness прав теперь возможен для него, но ну, на него кинуть, ну хрен знает. Привет, игрок. Кто-то...
Это не страшно. По сути, одно из самых... Ну нет, хотя, вообще эта карта плохая, потому что у нее же два мурлока было, это такое. Проклятые готовы сражаться. Ерунда. Больше зомби, окей. Да, мне надо, наверное, достать вот эту штуку. Раз. Собака 2. Вот этих ребят, да, достану. Давай. Я принимаю вызов. Хотя такое, а зачем мне его убивать? Вот какая у меня цель? Давай в лицо. Мое время почти истекло. Ты не пройдешь. Это тоже ерунда. Конечно же, меня не успокоит. Ну нет, я не знаю, я не буду. Что это было бы лучше. Я хочу больше ребят доставать. За лорд Эмара! Ну да, по-другому никак. Давай вот тебя ударим. Под Холинова попадаю, но... Вообще попадаю под Холинова. Ну ладно. Это не очень хорошо. Хорошо. Может быть, действительно так лучше ударить. Ну хотя хрен с ним. Ну ладно. Давай. Хорошо. Я принимаю вызов. Стекло. Говорят, у вас возникла проблема. Нужен мне? Или лучше вот это? Не, я лучше сделаю кап. Если там действительно будет Холинова, то у меня будет все не очень хорошо. Хотя он мне вот разменяется так, но все равно так себе. Угу, окей. Mind control. Окей. Я тебя убиваю? Значит, у меня есть 7 в руке, и здесь у меня примерно миллион. У меня даже больше, чем 7 у меня есть. Я принимаю 7, вызов. 8, я так было 5. Я принимаю вызов. Проблема. Хорошо! Радар Скол! Победа! И сильнее меня. Могло быть по... Действительно, это да. 28 или 30, это... Это серьезно. Я просто об этом даже вообще... Ни капли не задумывался. Вообще, ни секундочки. Гул'дан и... Шайна! Не стоило напрашиваться. Моя душа будет моей! Рыцарь крови! Да, ты так хорош. Периодически бываешь. Не так много у мага диванчилдов. То есть я просто хочу найти какую-то единицу-двойку вместо рыцаря крови. Тройка главарь банды бесов... Нет, ладно, хорошо, давай. Хорошо, я оставлю так.
Ну так себе. Хотелось бы, конечно, достать из него монетку, благодаря там 2-1 этому парню. Клоквер гнома. Но нет. Не получится. Ну, ладно, хорошо, это идеально, конечно, разбирается с паучком. О, найс. Такой момент, что вроде бы как бы я и сенсор хочу сделать. Ладно, здесь я делаю вот так вот. Я точно делаю так. Свет защищает меня. Ну, тест, есть ли у нее фаербол. Даже полиморф будет лучше. Ну, нормально. Манавирм. Но у тебя нету фаербола. У нас много секретов. Много секретов у вас. Хорошо, давай. Тест на мир Рентеди. Тест пройден удачно. Так, что я хочу? Ну, сайленсера можно вообще сюда. Давай сайленсера. Магия тебя не спасет. Упс, я что-то думал, что мне на Лектлен хватит. Ну нет, так нет. Раз, два, три, четыре выстрел, ну... Ладно. Ну да, вообще что-то печально как-то. Дела складываются. Но в любом случае... отдать... Какой-то 3-4 или 4-5, это было бы не здорово. Раз болт, окей. Я даже буду не против, если он не так разменяется. Не, не будет. Сделай его. Монетка. Монетка что? Монетка с деньгами. Хорошо, Лектлена и плюс удар. За наш дар. Могу тебя достать, но это будет... Могу реверсинг свитч сделать. Реверсинг свитч. Лектлена. Вот эта штука нет. Не нравится. Интересно. Смерть магам. Да, ладно, давай за нажатар. Мое время почти истекло. За нажатар. Крипер. Агрессивный. Га. Там точно есть флеймстрайк, да? По-другому же никак. Можно сенсоры сделать сюда? Нет, я боюсь делать сенсоры. Мне кажется, у него есть что-то типа крашера. Что он прям настолько агрессивный. Ну, хотя хрен знает, он все время таунтом закрывается. Две тройки.
Да, минус 3-3 по крашеру, это важно. Угу, самстрайка нет, уже хорошо. Блин, ты заколебал уже, если честно. Ну, прям уж прям совсем на чистоту, если. Димон. Твоя магия тебя не спасет. Убей кого-нибудь, прошу тебя. Хорошо, ладно. Сейчас флеймстрайк. Дурацкий флеймстрайк. Не надо, прошу, не надо флеймстрайк. Это не флеймстрайк. Окей. Я мечтаю быть похожей на... Намек, что у нее столько много фаерболов, что просто ужас. Другого вообще не представляю. Слышь, боксер. Ладно. Два фаербола? Могут быть. Значит, мне нужно по-любому брать тебя. Смерть магом. Еще один таунт. Ну ладно. Нужно по-любому брать тебя. Хорошо. Я очень не хочу потерять Нагу. Ну ладно, давай. Давай так сделаем. Не надо Нагу. Самая лучшая карта, которая могла. Я не хочу убирать его, потому что... Ну будет флеймстрайк, пофигу. Это не страшно. В лицо, ладно. Может быть, у меня пиробласт. Фаербол. Окей, первый фаербол ушел. Бомбер. Ну, я по-любому Нагу сейчас достану. 100%. И, наверное, бомбометателя. Давай. Потому что я думаю, что это пиробласт. На столе у меня... Да немного на столе. 12 на столе у меня всего. Но пока я вне рейнджа пиробласта. О, я по-любому делаю так. Кого мне убить? Давай передохнем. Кто следующий? За нас жата. Тратить бомбы! Это бессмысленно. Пас. Достойно. Эта партия за тобой. 12-0 за Варлока. Да. Ну, где там поздравляшки всякие? Давно 12-0 не делал. Какой красавчик. Ну, красавчик же, красавчик. $325.